Паводок 2021. В Чувашии зарегистрировали первые случаи подтопления домов талыми водами. По данным управления МЧС, затоплены придомовые территории и отдельные участки в населенных пунктах Батыревского, Порецкого, Цивильского и других районов. Еще в трех сохраняется угроза паводка. Сейчас высота снежного покрова на 20 сантиметров превышает среднемноголетние показатели. Толщина льда на реках больше обычных показателей на 5-13 сантиметров. При таких условиях весеннее половодье может подтопить до 200 домов в Алатыре, в Яльчикском и Комсомольском районах. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группа из 1200 человек, 240 единиц автомобильной и инженерной техники, 13 плавсредств.